Здравствуйте! Я рада вас приветствовать у нас в классе. Сегодняшняя тема – зависимость окислительно-восстановительных реакций от среды раствора. Но для начала мы с вами вспомним, что такое окисление, что такое восстановление, что такое окислитель и что такое восстановитель. Итак, процесс окисления – это процесс отдачи электронов. Процесс восстановления – это процесс присоединения электронов. Обратите внимание, что окислитель – это совершенно другое вещество. Это элемент, который принимает электроны. А восстановитель – это элемент, который отдает свои электроны. При этом сам восстановитель всегда окисляется, а окислитель всегда восстанавливается. Для того, чтобы мы могли с вами более детально изучить эту тему, нам необходимо вспомнить 4 основных правила по составлению полуреакций в окислительно-восстановительных реакциях. Первое и основное правило – это необходимо определить, в составе каких соединений находятся элементы, принимающие электроны и отдающие электроны. Второе – составить сокращенную молекулярно-ионную форму. Третье – расставить коэффициенты. Четвертое. Не забыть о том, что необходимо учитывать те ионы, которые не участвовали в сокращенном ионном уравнении. Также необходимо помнить, для того, чтобы составить баланс по кислороду в кислой среде, необходимо использовать ионы водорода и молекулы воды. В щелочной среде всегда используется гидроксидион и молекула воды. В нейтральной среде всегда пишется слева молекула воды, а справа ионы водорода или гидроксидиона. Предположим, у нас имеется 3 раствора. В каждом растворе находится перманганат калия и сульфит натрия. В один раствор мы добавили с вами серную кислоту, во вторую – воду, в третью – щелочь, гидроксид калия. Что же произошло при этом? А произошло следующее. Первый раствор, туда, куда мы добавили серную кислоту, он стал бесцветный. Второй раствор, куда мы добавили воду, появился бурое окрашивание. В третий раствор он стал зеленым. Почему же это все произошло? А произошло это все потому, что среда повлияла на продукты реакции. Как же она повлияла? Перед вами перманганат калия, который в кислой среде, то есть при наличии кислоты, дает нам марганец со зарядом 2+. При этом образуется бесцветный раствор. Во втором случае, когда среда нейтральная, у нас образуется оксид марганца 4-валентный, при этом образуется бурый осадок. В третьем случае, когда у нас щелочная среда, перманганат ион превращается в манганат ион, и раствор становится зеленым. Разберем с вами пример взаимодействия перманганата калия с сульфитом натрия и серной кислоты. Серная кислота говорит нам о том, что образовалась кислая среда. Уравнение решаем методом полуреакции. Первое. Обязательно мы должны определить, какие элементы у нас изменили свои степени окисления. В данном случае это в перманганате калия марганец, у которого степень окисления стала плюс 7. Перманганат калия превратился в сульфат марганца. При этом у марганца стала степень окисления плюс 2. Также определим, какие следующие ионы поменяли свою степень окисления. Если мы посмотрим с вами на окислительно-восстановительную реакцию, то мы можем с вами с уверенностью сказать, что сульфит стал сульфатом, а значит и поменяла степень окисления у серы. В сульфите у серы степень окисления равняется плюс 4. В сульфате степень окисления серы плюс 6. Так как метод полуреакции, нам необходимо с вами учитывать наличие воды и ионов водорода. При этом определяем, что перманганат ион должен превратиться у нас с вами в марганец зарядом 2+. Что же произошло? Куда же делся наш кислород? А кислород наш перешел в воду. Так как у нас в перманганате
ионе находятся 4 атома кислорода, сколько нам водородов необходимо, чтобы они превратились в воду? Конечно же, 8. Поэтому мы сюда пишем плюс 8. В сульфид ионе она должна превратиться в сульфат ион. При этом, что происходит? У нас увеличивается число атомов кислорода. Отсюда следует, что мы должны добавить с вами молекулы воды. Когда у нас добавляется молекула воды, у нас с вами выделяются ионы водорода. После того, как мы это сделали, мы должны с вами определить сумму зарядов в первой реакции и во второй. В первой реакции сумма зарядов равна плюс 7. Во второй реакции, так как вода имеет заряд 0, будет равна плюс 2. Что мы должны сделать, чтобы из плюс 7 образовалось плюс 2? Конечно же, добавить 5 электронов. Во второй реакции также считаем сумму зарядов. В первом случае у нас будет минус 2. Во втором случае это будет 0. Что мы должны сделать? Отдать 2 электрона. То есть мы с вами получили те коэффициенты теоретические, которые должны быть. Но для того, чтобы определить коэффициенты перед молекулами, мы должны с вами определить наименьшее общее кратное, а это 10. Перед перманганат-ионом мы должны будем с вами поставить циферку 2, а перед сульфид-ионом поставить цифру 5. Переписываем наши ионы все, учитывая коэффициенты, которые мы с вами получили. После того, как мы их переписали, мы должны сократить те молекулы ионы, которые у нас имеются справа и слева. То есть у нас с вами здесь в первом случае слева имеется 16 ионов кислорода, справа имеется 10. Мы это сокращаем. При этом от 16 мы отнимаем 10 и остается 6 ионов водорода. Также у нас с вами уходят молекулы воды. С левой стороны у нас 5 молекул воды, с правой 8. Значит, 5 у нас сокращается полностью, а от 8 мы отнимаем 5, и остается у нас 3 молекулы воды. После этого мы подставляем все ионы, которые у нас не участвовали в полуреакциях. При этом у нас с вами образуется вот такая вот реакция. Если мы посмотрим на данную реакцию, у нас те же самые продукты реакции, но единственная среда у нас нейтральная, так как имеется молекула воды. Как мы с вами уже говорили, мы определяем степень окисления. После того, как мы определили степень окисления, мы с вами должны написать сокращенные ионные уравнения. Сокращенные ионные уравнения помогают нам с вами узнать, какие ионы участвуют в данной реакции или нет. При этом мы находим, что перманганат ион превратился в оксид марганца и изменилась степень окисления. При этом обратите внимание, что у нас для того, чтобы уменьшить число кислородов у перманганат иона, так использовалась вода. В сульфид ионе, для того, чтобы он превратился у нас с вами в сульфат ион, также использовалась вода. При этом в данных реакциях у нас выделяется гидроксид и водород. При этом определяем наименьшее общее кратное, которое равняется 6, и переписываем коэффициенты. 2 мы поставим там, где находится перманганат ион, 3 мы поставим там, где находится сульфат ион. При этом обратите внимание, воду мы переписываем тоже. И ее можно суммировать, как вам удобно, а можно просто переписать, чтобы вы не запутались и ничего не забыли. При этом правую часть мы с вами переписываем точно так же, но учитываем, пожалуйста, одну вещь, что гидроксид ион и водород превращаются у нас в воду. При этом у нас с вами, если соединить 8 гидроксид ионов и 6 ионов водорода, у нас получится 6 молекул воды, которые можно сократить 7 молекулами этой воды. И отсюда выйдет, что после всего сокращения у нас с вами получится, что образуется одна молекула воды и две гидроксидные группы OH, которые остались от воды. Подставляем оставшиеся ионы и составляем молекулярное уравнение. После расстановки коэффициентов обязательно проверяем число атомов кислорода справа и слева. Они должны быть одинаковые. Взаимодействие в щелочной среде. В щелочной среде у нас появляется гидроксид
калия. При этом образуются продукты, в результате которых перманганат ион превращается в манганат ион. И меняется его степень окисления, а значит и заряд. При составлении уравнения мы не используем в данном случае ни водород, ни гидроксидную группу, ни воду. Почему? Потому что в данном случае у нас с вами не происходит уменьшение числа атомов ни кислорода, ни марганца. При этом мы не имеем права писать туда воду. Мы просто с вами пишем плюс один электрон. Во втором случае все точно так же, как и в предыдущих. При этом учитываем, что у нас с вами количество кислорода из 3 превратилось в 4, так как это щелочная среда, мы должны с вами использовать гидроксидную группу OH. Добавляем 2 атома гидроксидной группы. Почему? Потому что у нас должно в итоге получиться молекула воды. Опять же, мы переписываем наши уравнения, подставляем коэффициенты, которые у нас с вами получились, и составляем молекулярное уравнение. При этом обратите внимание, что в молекулярном уравнении у нас с вами число атомов кислорода должно быть равно справа и слева. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что перманганат ион – это восстановитель, который принимает к себе электроны. При этом у нас с вами марганец образует соединение с зарядом плюс 2, зарядом 2 плюс, оксид марганца и перманганат ион. При этом, обратите внимание, марганец всегда принимает электроны. А теперь я вам предлагаю сделать домашнее задание. Параграф 29, задание 1-2. Но я вам сделаю небольшую подсказку. В первом задании, в котором участвует пероксид натрия, у вас образуется обязательно кислород. Обратите на это внимание. По правилу перманганат становится марганцем с зарядом 2+. Во втором задании у вас имеется перекись водорода и сульфат хрома. Обратите внимание, что перекись водорода имеет степень окисления минус 1. Не забывайте про это. А хром со степенью окисления плюс 3 превратится в хром со степенью окисления плюс 6. Это моя подсказка вам. Спасибо за внимание. До свидания. Vaqt behuda sarflanishni yoqtirmaydi. Genri Ford. O'quvchining to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi uning hayotidagi muhim bir qismi hisoblanadi. Turli yoshdagi bolalar uchun to'g'ri tashkil qilingan kun tartibi o'quvchini intizomga chorlaydi. Kun tartibi o'quvchi uchun nega muhim? O'quvchining vaqtini to'g'ri tashkil etish tizimi bolada haddan tashqari charchashni oldini olib, kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. O'quvchining nafaqat maktabda o'tkazadigan vaqtini hisobga olish, balki dam olish va turli to'garaklarga borish uchun sharoit yaratish lozim. Kun tartibi tufayli bolalar doim o'zining yoqtirgan mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga imkon yaratilib, ota-onalari esa o'z yumushlari bilan bemalol shug'ullanishlari mumkin bo'ladi. O'quvchining kun tartibi qanday bo'lish kerak? Ertalabki badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiyani uyg'ongandan so'ng toza havoda bajarish lozim. Yaxshi havo almashadigan xona ham to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarning murakkabligi va miqdorini bolaning ulg'ayishiga qarab asta-sekin ko'paytirib borish lozim. Ertalabki yuvinish. Bolaga har doim jismoniy mashqlarni bajargandan so'ng yuvinish va tanani toza tutish lozimligini o'rgating. Nonushta. Nonushta to'q va issiq bo'lishi lozim. U bolaning kun davomidagi 25% quvvat manbayini ta'minlaydi. Bola shoshilmasdan, xotirjam va oila a'zolari atrofida ovqatlanishi lozim. Ovqatlanish paytida gaplashish va televizor ko'rish tavsiya etilmaydi. Aks holda ovqat hazm bo'lishi qiyinlashadi. Tushlik. Tushlik bola ovqatlanishining asosiy qismini egallab, bola organizmi 40%gacha kaloriyani qabul qiladi. Tushlik paytida xotirjam muhit bo'lishi lozim. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi bolalarga dam olish muhim emas deb hisoblashadi. Ammo bolaga maktabdan keyin 1 soat uxlab olish tavsiya etiladi. Uy vazifasi. Uy vazifasini kechki soat 16:00 dan 18:00 gacha bajarishi maqsadga muvofiq. Chunki ayni shu vaqtda organizm ish uchun ijobiy ishlaydi va samaradorlik koeffitsenti oshadi. Kechki dam olish vaqti. Uy vazifasini qilib bo'lgandan so'ng bolaga toza havoda sayr qilish juda foydali. Piyoda sayr qilish bolani biroz chalg'itadi va u tunda yaxshiroq uxlaydi.
Agar bola sayr qilish o'rniga uyda xotirjam o'yinlarni o'ynashni xohlasa, unga rad javobini bermang. Kechki ovqat. Kechki ovqat soat 19:00 dan kechiktirilmaslik tavsiya qilinadi. Kechki ovqat yengil bo'lishi lozim. Uyquga ketish vaqti. Uyquga ketishdan oldin farzandingizga kitob o'qib bering va unga yoqadigan mashg'ulotlar uchun yarim soat bo'sh vaqtingizni ajratish tavsiya etiladi. Bola kun tartibiga yengil moslashishi va yaxshi uxlash uchun uni bir xil vaqtda yotib turishga o'rgatish lozim. Qish bo'lishiga qaramay, yotishdan avval bolaning xonasidagi havo almashib turish tavsiya qilinadi. Bola kechgacha o'tirmaslikka ishonch hosil qiling. Aks holda uyquning yetarli bo'lmasligi charchoq va tananing psixologik funksiyalari buzilishiga olib keladi. Yotishdan oldin bolaga kitob o'qib bering yoki maktabda erishgan muvaffaqiyatini maqtang. Zero bola yaxshi kayfiyat bilan uyquga ketsin. Today, dear 11th grades, today we have revision lesson. I hope you'll enjoy it. So, because today we have to talk about four language learning skills, listening, reading, speaking, and writing. Please take your notebooks, open it, and write down today's date and our theme revision lesson, because some of my activities are not from your book. The first, listening task. The first activity is listening task. Please write down activity number one and put six numbers. So last time we discussed it about pre-listening task. Today I want to share three questions for this. Who are the speakers? Where are they? Why are they speaking? It is important to know the answer. So please pay attention, six pictures. The first picture, A picture. So what do you think? Who are the speakers? Where are they? Why are they speaking? Did you guess? Thank you. The second one, B picture, the boy and girl. What do you think? Who are they? So maybe they are friends or students, and pay attention, where are they? At school maybe. Why are they speaking? So the girl is showing somewhere. So maybe boy asking some directions. And third picture, C picture. So what do you think, who are they? Maybe cousin and uncle, or father and daughter. And D picture. So the woman is checking washing machine. What kind of conversation is it? What do you think? And the E picture. So thank you. Did you answer three questions? Well done. It's an F picture. Thank you so much. Now let's listen. Your task to match the recording and the pictures. Are you ready? And by the way, you can check that were you right or not. Did you answer three questions? Well done. Now your task is to match the recordings and pictures. I think you put six numbers and write down three answers. So for example, the first one is I do for you. So let's listen. Track two. One. Good morning, everybody. How nice to see so many of you here this morning. My name is Richard Brambles, and I'd like to welcome you all to the Brambles International College of English. Now, let me begin by introducing the teaching staff. This was the first recording. The answer is F. So, what did you guess? This one, maybe the man is director of the college and he is introducing the teaching staff. Did you guess like this? Well done. So let's continue your task, match other pictures and recordings. Are you ready? Good job.
2. Good morning. I'd like to check in, please. Do you have a reservation, sir? Yes, I do. In the name of Matthews. Let me just check. How do you spell that? MATTHEWS. Oh, here we are. Room 226. 3. Excuse me? Are you giving me a parking ticket? Yes, I am. The meter has run out. But I was only in the bank for 2 minutes. Surely you can allow that. Sorry, but the meter ran out of money 10 minutes ago. So how much is that going to cost then? There's a fine of $75. Oh. 4. Oh, hi, Susan. Thank goodness I've run into you. I'm trying to find my way to the economics building, but I seem to be totally lost. Yes, you're on completely the wrong side of the campus, actually. Oh. You need to be on the other side of City Road. Uh-huh. Go back to the main entrance and then take the pedestrian bridge across the main road. The economics building is over there. 5. Oh, hello. Is that customer service? I'd like to organise a service call, please. Yes, well, the door doesn't close properly, and so water pours out the front when you turn it on. Yes, well, it should still be under guarantee. We've only had it 6 months. Right, I see. Oh, well, I'll have to wait till Thursday then, if that's the earliest day your technician can get here. 6. You would not believe what happened to me today, Dad. No, what? I got a $75 parking ticket outside the bank. It's so annoying. How long had you been parked there? Oh, about 20 minutes. But even so. Oh, well, you won't do that again, will you? Thank you so much, dears. I hope all of you labeled the pictures well. Here are the answers for you. The first one is F. The second is A, the third E, 4 B, and fifth one D, the last one is C. Were your answers right? Well done. So this is a rule for listening task. In order to understand what people are saying, it helps to know what their relationship is to each other and why they are speaking. Activity number 2. Write down again. Activity number 2, again, listening task. In this listening task, you should put just 4 numbers. Are you ready? Thank you so much. This is a common type of listening task, filling gaps. So what we should do for pre-listening task, before listening? So write what type of words you need to complete the notes. Pay attention to the first one, approx. And kilometers. What do you think? What kind of word do we need for filling gaps? Sure, a number. The second, takes about. Yeah, it is a period of time. While you are listening, you should pay attention. You should catch the period of time for this one. The third, observe the. What does it mean, the word observe? It is watch. What kind of word can be observed? Of course, a place. So, or thing. So we have to write here seeing. Maybe it can be living seeing. What sails from? After from, we use place. So, second is period of time. You should listen a period of time. The third, it is seeing. Maybe living seeing. And fourth, it is place. So are you ready? Well done. Track 3. Melbourne is situated on the northern shore of Port Phillip Bay in Victoria. The Mornington Peninsula is the eastern arm of the bay, and it's a 120-kilometre journey by car from Melbourne to Phillip Island along the Bass Highway. It's a very popular holiday destination for people living in Melbourne.
You can do the trip by car in roughly 2 hours and take in the magnificent scenery along the way. You need to get the ferry across to the island. Phillip Island is famous for its little penguins, and many tourists go there just to see them. People like to watch the penguins making their way along the beach at the end of the day. Other visitors enjoy the chance to do some seal watching from boats or through the telescope set up on the hill. Thank you so much. So, did it help guessing type of words? Here are the answers. The first one. About 170 kilometers. We guessed it was number. And the second takes about 2 hours. It is a period of time. And the third, observe what thing, the penguins. And the fourth, place from boats. I hope you will use these methods while you are listening. So the rule. Sometimes when we listen, we are only interested in finding out very specific information such as data, time, and name, or other details. We can try to work out what types of word we are listening for. This will help to find the answer. So yeah, it will be helpful as we practice. It is time for reading. For reading task, please take your textbooks and open it on page 204. On this page, you will find the text about Facebook. So try to read with me. Do you use any of the social networking websites which are so popular these days? The place where you can connect with friends and relatives and meet people who share the same interests with you. If you are younger, you may use MySpace. Young adults are more likely to be found on Facebook, and busy professionals may prefer something like LinkedIn. But at least two of these sites have one thing in common. Apart from being social space where you can meet and chat to people, share photos and other things, they will all add new words and nouns to the language in the past couple of years. Let's take a look at some examples. You can Facebook your holiday photos, Facebook some to see who they are, Facebook someone about a party, and ask permission to Facebook someone. As you can see, Facebook is a pretty versatile word, and you could say the same about MySpace, which you will find being used in much the same way all over the net. LinkedIn has not been used in the same way. While you are Facebooking or MySpacing, you may also find yourself commenting. So, such this example. I commanded Mary that she should come to help to the pub on Saturday, and she commanded me she couldn't because she was going away for the weekend. So thank you for your attention. Let's do activity for this reading task. This is usual true-false activity. Let's read and decide, is the sentence true or not? The first one, people who use MySpace are generally not as old as people who use Facebook. What do you think is a true sentence? Yeah, it is true sentence because here we read, if you are younger, you may use MySpace. Young adults are more likely to be found on Facebook. It means the user of Facebook is older than users of MySpace. The second one, LinkedIn is for people with good job. Yeah, it is also a true sentence according to this text. The third one, sites like this have given new words such as adverb and adjective to the language. What do you think is a true sentence? No, it is false sentence because such kind of sites give new words but not adverb and adjective but verb and noun. The fourth one,
MySpace has proven to be a less versatile word than Facebook. Sure, it is a false sentence. All three of the sites mentioned have provided some new words. No, it is also a false sentence, not three of them, both of them, just Facebook and MySpace. The sixth one. In the internet context, to comment means to leave a message for someone on their site. It is a true sentence. Seven, you can use Facebook for different purpose. Yes, true. And the last one, the new terms have been in use for 10 years. It is false, not for 10 years, for a couple of years. It means just 2 years. So, I hope all your answers are right. The next activity, it is speaking task. For speaking task, we also use your textbook. Please open on page 207. So here you can find speaking skill guidelines which can help you to improve your speaking skill. The first, listen a lot, read a lot, imitate, write, record yourself, and speak. On this page, you can find more information about these guidelines. And now I want to share some speaking cards which can you practice after improving your speaking skill. So the first one, describe a job that you would like to do in the future. You should say why you are attracted to this job, how much training would be necessary, what kind of personal qualities it would require, and explain why you would like to do this job. The second card, describe a tourist trip that you have been on which you particularly enjoyed. You should say where you went, why you took the trip, what you remembered most about the trip, and explain why you particularly enjoyed this trip. So now you are at home and you have a pretty free time, and please call to your friends and practice your speaking. It is time for home task. It is writing task. Pay attention. This one is your control work. Write an essay. This the topic. These days, internet-based courses have been a popular alternative to university-based courses. Some students prefer this type of learning because they do not need to attend lectures. Others argue that it is important to study at university. Discuss both this view and give your opinion. Pay attention, it is the common type of essay, pros, cons, for, against essay. For this essay, you have discussed about advantages and disadvantages of both type of study. And keep your mind, it is compulsory. This one is your control work. Write down your essay and send it to your teachers. All your teachers have to mark them for this one. Thank you for being with me. See you next time. Inson tafakkurning mahsulidir. U nima deb o'ylasa, shunga aylanadi. Mahatma Gandi. Ko'pgina bolalar maktabda va hayotda muvaffaqiyatga erishishga intilishadi, ammo tushkunlik va negativ kayfiyat salbiy fikrlash bilan o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishi mumkinmi? Psixologlarning ta'kidlashicha, salbiy fikrlash davrimizning dolzarb muammosidir. Bolalar o'zlari anglamagan holda hayotlariga salbiy narsalarni jalb qilishadi. Shuning uchun ularning orzu-umidlari hali ham orzu-umidligicha qolib ketishi mumkin. Ijobiy fikrlash bu dunyoga, ishga va o'ziga nisbatan bo'lgan ijobiy munosabat, mashaqqatli mashg'ulot orqali olish mumkin bo'lgan zarur va foydali odat. Bizning fikrlarimiz, borlig'imiz va kelajagimizni shakllantirib, hozir qanday yashayotganimiz va ertangi kunimiz qanday bo'lishiga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy fikrlarning kuchi shubhasizdir. Optimistlar samarali ishlab ko'proq pul topadilar. Hayotda ijobiy tasavvurga ega bo'lgan insonlar kasal bo'lish ehtimoli kamroq bo'lib,
Buni 30 yil avval psixologlar Lawrence Shayer va Charles Corver tomonidan aniqlangan. Keling, ijobiy fikrlashning afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Muammolar shunchaki muammo xolos. Ijobiy fikrlaydigan insonlar muammoni ko'rib turib, ularning nimaga olib kelishini o'ylamasdan, shunchaki uni hal qilish yo'lini qidiradilar. Yangiliklarga yo'l ochiladi. Salbiy fikrlaydigan insonlar juda ehtiyotkor bo'lishadi va hatto yangi narsalarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishadi. Ijobiy kayfiyatdagi insonlar har doim yangi narsalarga tayyor bo'lishadi. Ular hatto eng g'ayrioddiy va jasur g'oyalarni ham xursand qabul qilishadi. Ishonch ko'payadi. Ko'pgina iste'dodli va g'ayrioddiy insonlar ko'pincha o'zlariga va iste'dodlariga yetarlicha ishonmagani uchun o'z imkoniyatlaridan foydalanmaydilar. Ijobiy fikrlayotganingizda eplay olasizmi yoki yo'qmi, oldingizda to'siq paydo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunchaki harakat qilasiz va iste'dodlaringizni amalga oshirasiz. Quvvat va ilhom. Fikrlar mutlaqo ijobiy yo'nalishda yo'naltirilganda, inson miyasida baxt gormoni endorfin ishlab chiqara boshlaydi va ko'plab yorqin g'oyalar, samarali rejalar paydo bo'lishiga, shuningdek, dangasalikni yengishga yordam beradi. Quvvat va to'liq ishonch hissi paydo bo'ladi. Bu esa muvaffaqiyat kalitidir. Bolalar o'zlarini doimo ishonchli his qilishlari uchun ularni rag'batlantirish lozim. Ularni qo'llab-quvvatlang, ularga ishonch bildiring va doimo hayotga bo'lgan ishonchni rivojlantiring. Shundagina farzandingiz qalbida hayotga uchraydigan muammolardan qo'rqmaydigan, jasur va o'ziga ishonch bilan qaraydigan inson etib tarbiyalagan bo'lasiz. Edu Market. Здравствуйте, уважаемые учащиеся. Если смотреть невооруженным взглядом на небо, или на фотографию звездного неба, или в телескоп, то мы всегда можем обратить внимание на то, что звезды распределены неравномерно на небе. Некоторые звезды кажутся очень яркими, некоторые кажутся, что они скоплены в одном месте, некоторые звезды кажутся, что они рассеяны, но звезды кажутся менее яркими из-за того, что у нас между звездами имеется космическая пыль. Космическую пыль и в межзвездном пространстве открыли немного более 100 лет назад известный астроном Струве. Пространство между звездами заполнено разреженным веществом, излучением и магнитным полем. В межзвездной среде открыты огромные холодные области. Это молекулярные облака с температурой от 5 до 50 по Кельвину и очень горячий газ с температурой 10 в 6 степени по Кельвину, который называется коронарный газ. Все диффузные туманности расположены около горячих звезд спектрального класса О и Б. Светятся они за счет мощного ультрафиолетового излучения этих же звезд, около которых они находятся, и имеют яркие эмиссионные линии в спектре, имеют неправильную форму, состоят из межзвездной пыли и газов. Диффузная туманность Ориона – это ее центральная часть. Если сейчас мы с вами посмотрим на туманности, которые здесь представлены на картине, то это туманности относятся к диффузным туманностям, и вы можете обратить внимание, что они не бывают одинаковой формы, они не бывают одинакового цвета, они бывают, состоят из различного количества звездных плеяд, звезд, и разные цвета этих туманностей, например, вот туманность Лагуна, они бывают розовые, желтые, они бывают различного спектрального вида, так как мы с вами это проходили. И это зависит от того, что у них различная температура и различный химический состав этих туманностей. Вот, например, коробовидная туманность М1. Если мы на ней коротко остановимся, ее открыли в XI веке, которая произошла в результате взрыва звезды. И китайские, и арабские астрономы зафиксировали это явление. А в XVIII-XIX веке, когда ее начали изучать астрономы, и когда художники выполняли рисунок, то он оказался похожим на краба, и поэтому оно получило название «крабовидная туманность». Например, есть такая туманность «Розетка». Вы можете обратить внимание, что эти туманности,
они бывают совершенно разные, еще и по своему происхождению. Планетарные туманности – это разновидность диффузных туманностей. И они просто так называются, они не имеют никакого отношения к процессу звездообразования и рождения планетных дисков около звезд. В центре планетарных туманностей находится звезда. Это красный гигант, окруженный газовой оболочкой. Звезда относится к типу РВ-Тельца, и планетарная туманность – это оболочка, которую звезда сбрасывает с себя. Звезда теряет массу в виде солнечного ветра, имеющего скорость до 30 км в секунду. Например, вот планетарная туманность – это уже разновидность планетарной туманности NGC-2440. Вот, планетарная туманность – это все известные туманности, которые лисичка, которые астрономы знают, они классифицированы. И мы с вами уже говорили о том, что многие туманности имеют название, так же, как и звезды, которые, в начале которых ставится, если она не похожа на какую-то знакомую картинку, то их нумеруют просто цифрами и греческими буквами. Ну, например, эта туманность у нас похожа на кошачий глаз. Обозначается. Центральная звезда туманности погружена в светящееся рентгеновском диапазоне облака газа с температурой в несколько миллионов градусов. Планетарная туманность, которая называется Эскимо. Вы посмотрите, как они, насколько они все красивы и разнообразны. Эти туманности, которые имеют, так как их очень много, их просто уже нумеруют по классам и по индексам. Теперь мы с вами перейдем от диффузных туманностей к темным туманностям. Чаще всего они размещены в галактическом диске. Они введены в полосе Млечного пути. Они являются облаками космического газа и пыли, которая поглощает свет звезд, о которых мы говорили с вами в начале этого урока. Они поглощают свет тех звезд, которые находятся за этими туманностями. Ну, самая такая известная туманность, темная туманность – это Конская голова. Конская голова находится на расстоянии 150 парсек от Земли, и она в своей величине, где-то размер ее достигает 8 парсек. Вот у нас еще имеется такая туманность, как курительная трубка. Или, например, туманность угольный мешок. Это тоже очень знаменитая туманность, которая хорошо и более подробно изучена. Рождение звезды образуется в результате гравитационной неустойчивости в холодных и плотных молекулярных облаках. Поэтому звезды рождаются группами, скоплениями и комплексами. Вот это у нас плеяды звезд. Плеяды звезд – это скопление звезд, которые новообразованные, они еще создаются группами, они еще не отделены друг от друга. Инфракрасное излучение центра нашей галактики. Здесь, например, показано. Места активного звездообразования – это холодные струи газа. Их даже здесь видно, что они имеют вот такие хвостики, и типа кометы они расходятся веером. Протопланетные диски. Протопланетные диски, они были, эти снимки получены на космическом телескопе имени Хаббла. Эти изображения у нас, вот, видите, они, это туманность, и они отдельно выведены. Сейчас мы с вами посмотрим, как они выглядят, когда их отдельно выводят из каких-то туманностей. Например, вот туманность Ориона. И можно при помощи телескопа американского имени Хаббла вывести отдельно, например, какую-то звезду или какие-то плеяды звезд. Это так, как выглядит снимок с космического телескопа имени Хаббла. Ну, давайте мы с вами еще запишем домашнее задание. Нужно сделать конспект 26 параграфа, прочитать. И я надеюсь, что так как у нас с вами проходят онлайн-уроки, то вы еще сможете посмотреть дополнительную информацию в интернете или, например, на каналах Discovery. Спасибо за внимание. Неважно, имеешь ли ты образование или прямо сейчас изучаешь основы будущей профессии, а может уже имеешь успешный опыт в бизнесе, стать программистом никогда не поздно. Ведь именно технологии дают безграничные возможности для самореализации и развития бизнеса. Сегодня у тебя есть уникальная возможность изучать программирование бесплатно, стать одним из миллиона программистов Узбекистана и сделать программирование достоянием нашей страны. 1 миллион Uzbek Coders. Стань обладателем профессии будущего.
Tilimning chegaralari mening dunyoimning chegaralaridir. Ludvig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarni o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillardan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi. Nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyoqarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligini ingliz tili misolidagi ba'zi ma'lumotlar orqali taqdim etamiz. Biznesda ingliz tilining roli. Hozirgi globallashuv davrida xalqaro biznesni ingliz tilida yuritishda, shartnomalar tuzish, doimiy ishbilarmon yozishmalar olib borishda, qo'ng'iroqlarga javob berish, muzokaralar, taqdimotlar va boshqa professional faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerak. Ta'lim olishda ingliz tilining roli. Dunyoning aksariyat davlatlarida ingliz tili allaqachon biznes tiliga aylanib bo'lib, unda qariyb 1 milliard 100 million kishi suhbatlashadi hamda 400 million kishi uchun bu ona tili hisoblanadi. Internetga kelsak, ma'lumotlarning 90% ingliz tilida saqlanadi. Bundan tashqari, dunyodagi barcha kitoblarning 28% ingliz tilida chop etiladi. Demak, ma'lumotlarning asosiy qismini ingliz tilini bilish orqali o'rganish mumkin. Texnologiyalarni o'rganishda ingliz tilining roli. Dunyoning eng ilg'or innovatsiyalari, yangiliklari, know-how'lar birinchi ingliz tilida chop etilib, ommaga taqdim etiladi. Dunyoning ilmiy va texnik nashrlarining 50% ingliz tilida chop qilinib, dunyodagi ilm, fan va texnologiyalardan doimiy xabardor bo'lish uchun ingliz tilini bilish juda muhim. Musiqa va madaniyatni o'rganishda ingliz tilining roli. Sizga musiqa tinglash yoqadimi? Bugungi kundagi juda ko'p hit paradlarda chet el musiqasi o'rin olgan. Bu yaxshi ham, yomon ham emas, shunchaki fakt. Siz bundan o'zingizga maksimal darajada foydalanishingiz mumkin. Birinchidan, qo'shiq nima haqida kuylanayotganini, uning ma'nosiga e'tibor qaratib, shu bilan birga xonanda o'z ijodi bilan nima demoqchi bo'lganini tushunasiz. Film. Xorijiy tilni bilsangiz, xorijiy filmlarni asl nusxada tomosha qilishingiz mumkin. Sevimli aktyor va aktrisalarning tabiiy ovozini tinglab, zavq qilasiz. Film va multfilmlardagi ba'zi hazillar, so'z o'yinlarining tushunishda muammo bo'lmaydi. Madaniyatlarning birlashuvi va globallashuv. Hozirgi kunda turli millatlarning madaniyati bizning milliy madaniyatimiz bilan uyg'unlashayotgan davrda ulkan axborotlar oqimidan hayotimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun chet tilini bilish muhim, fikrlash, ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, Jay Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil qilasiz. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi, chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim, chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. Здравствуйте! Сегодня я проведу урок для 11 класса по предмету информатика и информационные технологии. Тема нашего сегодняшнего урока будет «Задачи информационной безопасности и составные части и методы защиты информации». И одна из этих частей урока – «Программные средства информационной безопасности». Сегодня на уроке вы узнаете о программных средствах, осуществляющих информационную безопасность. Также мы познакомимся с вами со способами защиты данных в табличном процессоре Excel. Также защита данных при помощи архивации файлов. И будем использовать с вами защиту данных при помощи скрытия файлов. Но прежде чем приступить к объяснению данной темы, давайте проверим домашнее задание урока 28, упражнение 1, на странице 101. Вопросом к заданию было, какие основные угрозы существуют для информационной безопасности? Итак, посмотрим. Угрозы информационной безопасности бывают взлом информации выводом из строя аппаратного обеспечения, защиты или с помощью человеческого фактора.
Еще одна угроза информационной безопасности – это нанесение ущерба целостности информации путем несанкционированного изменения содержания информации. Создание угроз пользователям информационных систем через компьютерные вирусы. Также можно рассмотреть внутренние и внешние угрозы информационной безопасности. И еще одна угроза информационной безопасности – это глобальные, региональные и местные угрозы, которые возникают при нарушении работы информационной безопасности. Итак, давайте же познакомимся с программными средствами защиты информации. Для чего они нужны? Итак, сегодня мы узнаем о программах-архиваторах, которые защищают один или несколько файлов и папок от влияния внешних факторов путем уменьшения их объема. Примерами программ-архиваторов могут служить программы 7-Zip или WinRAR. Также у нас существуют программы-антивирусы. Программы-антивирусы предназначены для защищения компьютера от компьютерных вирусов. Антивирусных программ огромное количество, и у каждой из этих программ есть свои преимущества. Рассмотрим программы, которые защищают от несанкционированного входа в компьютерные системы. Также можно здесь использовать процесс аутентификации и идентификации. Существует еще программы шифрования файлов и папок, такие как BitLocker или TrueCrypt. Для чего предназначены данные программы? В случае утери информации вся информация будет зашифрована. И, естественно, тот, кто информацию похитил, прочитать ее не сможет. Сейчас мы познакомимся со способами защиты данных в электронной таблице Excel. Мы рассмотрим с вами упражнение 2 на странице 98. Данное упражнение мы будем выполнять с помощью компьютеров. Для этих целей нам понадобится программа Excel. Запускаем программу. Существует несколько способов защиты программы Excel. Один из способов – это меню «Пуск», «Все программы», «Microsoft Office» и «Microsoft Excel». Второй способ запуска данной программы – при помощи ярлыка на рабочем столе. Нашу программу запустили, и необходимо нам перейти во вкладку «Рецензирование». Во вкладке «Рецензирование» нам необходимо выбрать инструмент «Защитить лист». Для чего мы это делаем? То есть для того, чтобы в дальнейшем, если вдруг нам необходимо будет внести какие-либо изменения, то программа потребует пароль. Итак, после того, как мы выбрали инструмент «Защитить лист», выходит диалоговое окно «Защита листа». В этом диалоговом окне для отключения защиты листа необходимо установить. Устанавливаем пароль и затем нажимаем на кнопку «Ок». После этого выходит еще одно диалоговое окно, которое просит пользователя подтвердить пароль. Вводим пароль еще раз и нажимаем на кнопку «Ок». Вот если мы захотим внести какие-либо изменения после этого, то выйдет следующее диалоговое окно. Эта ячейка или диаграмма находится на защищенном листе. И чтобы внести какие-либо изменения, необходимо выбрать команду «Снять защиту листа» во вкладке «Рецензирование», то есть использовать пароль. Переходим ко второму упражнению нашего данной темы. Это защита файла в электронной таблице Microsoft Excel. Это упражнение 3, страница 98-99. У нас открыт уже файл данной программы. И чтобы установить пароль на наш файл, необходимо зайти в меню «Файл», выбрать команду «Сохранить как», после этого выбрать команду «Компьютер» и указать место расположения нашего файла.
После того, как мы указали месторасположение нашего файла, необходимо выбрать команду «Сервис». Нажать на черный треугольник, откроется диалоговое окно. В этом окне из контекстного меню выбрать «Общие параметры» команду. Откроется окошко общего параметра. Здесь необходимо поставить совместный доступ к файлу. Здесь устанавливаются два пароля. Один пароль для открытия файла, а второй пароль не предназначен для каких-либо изменений или для записи в файл. Нажимаем, соответственно, вводим эти пароли и нажимаем на кнопку «Ок». После этого выходит диалоговое окно. Сначала нам необходимо будет ввести пароль еще раз для открытия файла. Затем, после нажатия на кнопки «Ок», выходит второе окно для подтверждения пароля. Здесь необходимо ввести уже второй пароль для подтверждения, который разрешает запись в данном файле производить. Нажимаем на кнопку «Ок». После этого нам программа потребует выбрать команду «Сохранить». После того, как мы сохранили, наш файл появляется уже в самой программе. И если мы захотим открыть данный файл еще раз, то что скажет программа? Программа попросит ввести пароль. Следующий способ защиты данных мы будем использовать при помощи скрытия файлов. Это упражнение 4, страница 99. Запускаем программу Total Commander. Файлы, которые мы хотим, чтобы были скрыты, мы должны их выделить. Выделили файлы, затем мы переходим в меню «Файл» и выбираем команду «Изменить атрибуты». Откроется диалоговое окно. В этом диалоговом окне будут как раз-таки атрибуты файла. Какие у нас есть атрибуты файла? Архивный, только для чтения, скрытый и системный. Вот здесь необходимо обязательно установить галочку «Скрытый». И затем нажать на кнопку «Ок». И, соответственно, наши файлы будут скрыты. Но если в операционной системе Windows настроена таким образом, что стоит галочка «Показывать все скрытые файлы», то данная программа эти файлы все-таки будет отображать. Сейчас рассмотрим еще один способ защиты данных при помощи архивации файлов. Здесь мы можем использовать либо программу 7-Zip, либо программу WinRAR. Это пятое упражнение на странице 100. Выбираем папку, которую мы хотим заархивировать и установить на нее пароль. Выделяем папку, нажимаем правую кнопку мыши и из контекстного меню выбираем команду «Добавить архив». Появляется диалоговое окно. В этом диалоговом окне нам необходимо нажать «Установить пароль». Здесь есть огромное количество настроек. В принципе, мы можем поменять и формат архива файла, и можем изменить параметры архивации, и, соответственно, выбрать метод сжатия. Но чем больше мы сжимаем, тем файл будет меньше. Выбрали «Установить пароль». Появляется диалоговое окно для ввода пароля. Вводим пароль. Пароль необходимо вводить, соответственно, сложный, чтобы нельзя было подобрать другими программными продуктами пароль к этой архивной папке. У нас есть два параметра здесь – отображать пароль при вводе или шифровать имена файлов. Если мы не установим галочку «Шифровать имена файлов», то вся папка
будет видна со всей структурой файловой системы. А если мы установим галочку «Шифровать имена файлов», то структура данной папки видна не будет. Нажимаем на кнопку «Ок». Появляется опять-таки окно «Архивация уже с паролем». Нажимаем на кнопку «Ок». Начинается процесс архивации файлов. После этого у нас появляется архив, личные документы. Мы можем основную папку уже удалить полностью с компьютера, используя сочетание клавиш Shift-Delete. Что будет после того, как мы выберем личные документы еще раз? Программа потребует ввести пароль. Без ввода паролей данная папка не откроется. Сегодня на уроке мы узнали программные средства, которые осуществляют информационную безопасность. Также познакомились с различной защитой данных в табличном процессоре Excel. Также мы узнали о защите данных при помощи архивации файлов. Использовали защиту данных при помощи скрытия файлов. Нашим домашним заданием сегодня будет урок 28, страница его 99 по 101. И домашним заданием у нас будет письменно в тетради необходимо будет выписать методы защиты данных на компьютере и уже самостоятельно установить пароль на свою учетную запись в компьютере. Для этого необходимо будет использовать упражнение 1 данного параграфа. Спасибо за внимание.